Слышите? Слышите? Да, блядь! Он идет на нас. Нет. Блять, вот эти шарики поднимают. Блять, блять, уходите! Я его видел! Мисс Карси. Я дыхание слышал, блять. Я дыхание слышал. Здрасте. Сегодня нестандартный стрим. Короче, сегодня будет не Тарков, а ужастик Фазмофобия. Короче, это типа, мы же охотники за привидениями, нужно выявить, что за тип там призрака, насколько я понимаю. Ну, понятно, в первую очередь мы старались не обосраться. Я в подвале. Сука! Да уже второстепенно это понять, какой это призрак. Короче, нужно выявить, что за призрак. Они там по-разному у них поведение. А, насколько я понял. Дверь закрылась. Где? Ну, дверями может полтергейст играть. Вот смотри, запоминай. Вот там даже банши. Слышите? Банши. Да, да. Бра! Вы дебилы, бля. Ну чё, охотники, обосрались? Заботливые товарищи у меня уже спрашивали за памперсы. Я не купил. Сейчас сижу и жалею об этом. Съёбуйте, блядь! Да слети где-то до того, бля! А я один оставился? Не, а, во, вот ты там. Держи меня за руку. Ёб твою мать! Телефон! Давай ответим. Телефон был. Еще раз позвонишь, я тебе ебальник набью. Ну да, ты в башкой в него залезь, тогда сразу заработает. Трусы поменять пора. Тихо! Тихо! Я слышал. Женское пение. Поляхайся на нах. Сандра Миллер. Сандра. Блин, ты посмотри, какие комнаты криповые, нахуй. Как ты криповый? Не ставится. Это, наверное, в той комнате, где дверь закрылась. Мне пизда. Вон! Она, блин, сзади, сука! За памперсом я не купил. На яйцах пошел, блин. Я помру нахуй, но я помру как герой, блин. Ты спятил. Да и слава богу, нормально не пошел бы на такое. О, Светлогор, заходи, я подвал открыл. Пойдем, ты хотел. Давай посмотрим, что тут есть. Активность 6, чистая активность, прием. Сука, блядь! Чарльз Робинс. Испугались? Обосрался. Робинсон, Чарльз, хуй сос. Активность 4, возрастает. Он англоязычный, братан. Чарльз Робинсон, хуй сос. Чего, блядь? Давай активность не говорить, когда будет на 80. Ой, ты какой извращенец. Потому что мы два мужика. Слабоумие и отвага. Kill my brother, please. Объясни, Каптаха. Ты с этим сможешь жить? Ты обрекаешь другого человека на вечные оковы, а сам будешь веселиться, гулять и пить.
Да, это по мне. Вот здесь минус 9. Как его зовут? Слышите, нет меня? Минус 11. Мы нашли помещение. Это раздевалка. Как? В спортзале. Минус 1. Пошли. Светлогорск. Я его видел, блядь! Сука! Пацаны, мы его видели. Тут минус 11. Чарльз Джексон. А фонтик-то ему взял вообще? Не, у меня нет. У меня была температура и камера. Я поставил температуру и камеру в этом месте. А фонтик никто не брал. Нет, он на меня идет, блядь. Вообще, похую. Чарльз. Диккенс. Джексон. Сука, иди сюда. Он идет на нас. Фоткай, фоткай, фоткай. Там активность немножко вырастала, поэтому раз один там минус боится, куки, бля, боятся внутрь заходить. Все, поехали. Сука, бля. Ладно, блин, то реально плохо, люди спать будут. Спокойной ночи. Надеюсь, было интересно. До новых встреч в эфире. Пока-пока.